Турецкие власти приговорили победительницу конкурса «Мисс Турция-2006» году и 2 месяцам тюремного заключения за оскорбление президента Эрдогана. Девушку наказали за использование цитат из чужого произведения, которое она разместила на своей интернет-странице 2 года назад. До этого поэма «Вождя» была опубликована в одном из сатирических журналов и высмеивала коррупционный скандал в правительстве, когда Эрдоган занимал пост премьер-министра. Приговор девушки условный, но наказание станет реальным, если в ближайшие 5 лет модель еще раз решится на подобное цитирование. Последние годы турецкая прокуратура возбудила почти 2000 уголовных дел по обвинению в оскорблении Эрдогана, в том числе против художников, известных поэтов и журналистов.